мне тут пройти? Вон тут можно ходить. Есть такой газон, по которому можно ходить. Строительница. Ну, какие прикольные. Сейчас посмотрим, кто это. Слепой. Это опа, видимо, сварочником. Собирающий камни. Ого. Возвращение блудного сына. Сошедшая в ад. Ого. Ничего себе. Охотник. Ого. С собачкой. Ну, это, наверное, все знают, кто. Это, если я не ошибаюсь, Максим Горький. Да. Сейчас посмотрю, конечно, табличку. Но, по-моему, это он. А, это Калинин. Вот, я не угадала. Это Калинин. Там Дзержинский. Это уже точно. Что там памятник Дзержинскому? Может быть, это тот, который снесли на Лубянке. Наверное, это он, кстати, есть точно. С Лубянки сюда его. Сюда его перенесли. Лица людей. Вернее, не лица, а голова. Чего себе. Жертвы. Жертвы тоталитарного режима. А, вот это что такое. Памятник жертвам тоталитарного режима.
Ну, правильно. Сета Свердлов. Памятники вождям и тут же памятник жертвам. Какой-то уже испорченный, без носа. Почему-то. Сейчас туда пойду, мне очень там понравились. Тетеньки. Такие прикольные. Там, по-моему, нет никакого концерта, да. Я-то думала, нет, кто-то играет. Или просто магнитофон, не знаю. Наверное, просто магнитофон. Сейчас посмотрим. Так. Что тут? Вот эти тетеньки. Хотелось очень мне их посмотреть на них. Какие? День добрый. Проходим в обувь. Чего себе, как прикольно. Это такое типа кресло. Смотрю, кто это. Танцующие. Это танцующие. Танцующие. Ничего себе, а почему они голышом танцуют? Пойдем все-таки посмотрим, кто там играет, или это просто музыка. Скорее всего, наверное, что это все-таки просто громко играет музыка, и все. Никто там не выступает. Хотя, кто знает, надо посмотреть. Церквушка, в которой колокола били. Лебеди. Ого. Красивые. Мамка, кот и лялика. Сейчас там тоже колокола бьют в той церковушке. Девочка с собакой. Садник.
здесь просто загорают, играет музыка. Нет тут никакого выступления, просто громко музыка играет. Песочек. Пляж. Пляж. А, и тренажеры, вот велики. На великах можно покрутить педальки. Там как много скульптур в одном месте. Это для тех, кто любит загорать. Хотя нет, тут и тенечек тоже есть, просто поваляться. Какие-то лежачки классненькие, можно поваляться, прийти погулять, потом прийти поваляться. Тут на травке, под деревцем, такое деревце. Памятник Дзержинскому. Да, очень, кстати, можно простыть, потому что холодно достаточно. Хоть и солнце, но градусов немного. 10 градусов и ветер такой не теплый. Ого, какая там змея. Сейчас схожу к ней, к змейке. Железный Феликс. Господи, спаси. Называется скульптурка. Это не змея, а змея. Сейчас посмотрим, что это. Слепой Георгий. Вот это что? Ну, он на голове у змеи. На голове у змеи. Ой, Георгий, ничего себе. Железный Феликс. Be happy. Ого, какие цветочки.
Петренко. Такая. Мужчина и женщина. Материнство. Мама с малышом. Вот там сколько всяких скульптур.